Привет, друзья! Уже 2017 год, но перед началом 2017 года я получил все-таки посылочку из Китая. Это телефон Redmi 4A. Вот номер для продавца. Так, посылочка шла ориентировочно месяц. Я ее заказывал. Не помню когда, но после 11.11. Так, не хочется вспороть этот матрас, так называемый. Сейчас попытаюсь аккуратненько открыть, чтобы без повреждений матрас оказался. Продавец запаковал очень плотно. Все. Так, пошла родная. Пошла родная. Так. Поехали. Так. Вот этот телефон Redmi 4A. Никакой надписи на коробке нет. Просто обычная белая коробка. Сейчас открою через этот матрас. Понятное дело, это дешевый телефон. Я его купил за $87. Низкая цена. Понятно. Так. Телефон и адаптер. Продавец ничего не захотел мне дарить. Так, вот 4A. Надпись на коробке. Вот такая коробочка красивая. На этих гранях нет. Так, имей засниму. На всякий случай. И вперед открываю. Телефон спереди белый. Заказывал я золотой цвет. Так. Задняя часть его золотая, и это пластик. Это пластик, эмблема блестящая, красивая. Он достаточно легкий, легче, чем Redmi 3S, это точно. Ну, не знаю, как по функционалу. Клавиши пластиковые. С этой стороны есть инфракрасный порт. Микрофон для шумоподавления, наверное. Так, разъем мини-джека. Лоток для сим-карты, карты памяти. Тут микрофон и для зарядки. Такой телефон, ну, включаю. Так, запуск пошел, а пока посмотрим, что же здесь внутри. Инструкция на китайском или на каком-то языке. Так, скрепочка уже лежит не в лотке, не в конвертике точнее, а отдельно. Кабель, он проверялся, видимо. Так, и... зарядка. Зарядка не проверялась. Заклеена. Так, стандартный набор, ничего нового, это понятно. Откладываю в сторону.
Итак, смотрим. Что же здесь? Так, уже он что-то пиликает. Так, сначала посмотрим на версию андроида. Сейчас посмотрим на версию андроида. Так. Версия Android 6.0.1. Версия прошивки глобальная. Stable. Но она, наверное, обновится, я точно не знаю. Так, нужно подсоединить к Wi-Fi телефон. Четырехъядерный процессор до 1,4 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, 16 встроенная, свободно 8,94 только. Так, ну и все остальные, вся остальная информация находится далее. Так, сейчас я переключу язык на русский. Так, язык включился. Сейчас я его подключу к Wi-Fi. Вот мой Wi-Fi. Так, отлично. Подключает. Подключено. Время установилось правильное. Отлично. Сейчас я попробую, как снимает камера. Здесь ничего не наклеено, но матовая пленка наклеена. Мне не видно, есть ли фокус или нет его, но вот так как-то. Обратная сторона. Вот так. Цветопередача нормальная. Вроде бы все отлично. Так, видео. Видео так же, как и на остальных телефонах Xiaomi. Снимает обычно. Так, сейчас я посмотрю информацию. Принять. Подробно. Так, это понятно. Ага. Больше никакой информации. Настройки. Ага, это не настройки. Это вот так. Качество видео. HD, Full HD. Ага. Здесь качество видео есть Full HD. Тоже так само, как и на всех. Так. Ну, если переключиться на фото, режим фото, качество фото нормальное, высокое, нужно высокое, ну и все, в принципе, фокус вот хороший, словил фокус хорошо телефон, со вспышкой сильно светло выходит. Неправильный цвет у ножика. Ну и остальное. Сейчас посмотрим, как браузер работает. Ну, допустим, зайти на CNN. Загружает. Отлично, так. Новая вкладка. YouTube.
Открывает нормально. Быстро, заодно и звук проверим. Звук сильный, хороший. Отлично. Все нормально, все свои функции телефон этот выполняет. Сейчас зайду в настройки. Допустим, звуки, вибрации. Рингтон. Звук хороший, не слабый, четкий. Рингтоны. Окей. Все отлично. Вот такой телефон Redmi 4A. С виду отличный, по функционалу нормальный, но мне кажется, что цена на него немного завышена. Все-таки около $90, если бы 80 стоил, еще бы куда ни шло. На 90, мне кажется, цена немного завышена. Ну и все. Спасибо за внимание, спасибо за то, что смотрите мои распаковки. До свидания.